Беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки решили покинуть свои лагеря в Сербии и отправиться дальше, на запад. Этим утром они пошли пешком к границе с Венгрией. Около 1000 человек. В дорогу отправились только мужчины. Сейчас идут по проселочным дорогам. Путь не близкий. От лагеря в районе Белграда до венгерской границы больше сотни километров. Несколько беженцев уже выбились из сил и остались на обочине. Сербские власти отказались дать им автобусы. Вместо этого колонну сопровождают полицейские, которые следят, чтобы люди не мешали движению автомобилей. Беженцы из Сирии, Ливии, Ирака прибыли в Сербию в начале года. Их конечная цель — Германия. Но после того, как Венгрия отказалась пропускать их через свою территорию, мигранты остались на сербской земле.